снимем. Привет всем! Это и есть Гёргёльский заповедник. Сюда мы пришли. Да, надо быть осторожным, чтобы не уронить сюда воду. И воду свой телефон. А где-то вот эта вот гора, да, видимо, там совсем наверху, Китайская, которая упала. Вот сейчас у тебя из рук упадет. Вот ты прям так держишь, чтобы у тебя из рук упало. И закрыла ход реки. И появился вот такое красивое озеро Гёгё среди гор. Ход реки Ахсу, по-моему, был. Ахсу река была, да? Кепес. Гора Кепес, которая обвалилась. Появилось это красивое озеро. Чистейшее. Его даже потрогать нельзя. Нет, конечно, его только смотреть можно. А почему? Потому там, видимо, очень глубоко. Это заповедник все-таки. Как красиво смотреть. Вот эти горы красивые. Да, это стоячая вода. Вот так она идет. Пойдем. Туда. Может быть, что вход? Здесь можно поесть, попить. Оттуда все приходят люди. Достаточно жарко сегодня. Согласен, Мадвей. Милая, то шаги не цепляют. Не можешь, я...